Сдвинуться с мертвой точки не получается много лет. Люди мерзнут на остановках, работа перевозчиков не контролируется. Идти революционным путем чиновники отказались. Напротив, принято решение поэтапного обновления. На бумаге все выглядит оптимистично. К 2023 году цену на проезд будет устанавливать администрация. К концу 2024 на дорогах не останется частников. Последнее возможно при условии заключения брутоконтрактов, соглашения между администрацией и перевозчиками. Первыми схему опробует электротранспорт уже в следующем году, а начиная с 2023-го к ним присоединятся маршрутки и автобусы. Механизм брутоконтрактов несет очень большие риски. Первый риск бюджетный, то что если формировать условия, выгодные перевозчикам, то мы понимаем, что на бюджет возрастет очень сильно, на местный бюджет города Ульяновска возрастет сильно нагрузка, поскольку надо будет оплачивать каждый маршрут вне зависимости от собранных средств. И здесь бюджетный риск, он связан с тем, что, возможно, не всю плату удастся собрать с пассажиров нашей службой. Как отметил Дмитрий Вавилин, сейчас взаимоотношения между перевозчиками и администрацией напряженные. Проблема серого рынка общественного транспорта является существенным фактором, тормозящим развитие отрасли и создает серьезные барьеры для обновления подвижного состава в регионах. Из 22 действующих перевозчиков всего 4% следуют своим обязательствам. Однако на 100% одним выходом из тени проблему не решить. Необходимо изменение всей маршрутной сети. На сегодняшний день одна из задач по оптимизации – сокращение дублированности. На сегодняшний день у нас коэффициент дублированности всей маршрутной сети города Ульяновска составляет 4,5%, 4-5 коэффициент составляет. При нормативе где-то в 1,2-1,4. Соответственно, это сказывается на работе всей маршрутной сети, на ухудшение экономической составляющей маршрутов, на показатели качества перевозки, также время работы, частоты движения. Риск о том, что такие изменения лишь усугубят ситуацию, а время ожидания удвоится, администрация опровергла. При оптимальном раскладе транспорт должен ходить с периодичностью в 15 минут, а в часы пик – в 10. Сейчас такая цель больше похожа на утопию. Люди часто проводят на остановках по 20-30 минут. Рычагом к сокращению времени ожидания планируют сделать систему ГЛОНАСС, которая будет показывать местоположение маршрута на линии. Отклонение от графика – штраф водителю. К слову, чтобы оптимизировать их работу, принято решение перейти на безналичную оплату в маршрутках и отказаться от кондукторов в трамваях. На сегодняшний день мы ездим в общественном транспорте, видим, если мы берем автобусы, это водители, которые собирают все движение. Это отличие от их основной функционал. То есть водитель должен управлять транспортным средством, он не должен заниматься сбором денежной вещи. Желание есть, а будет ли возможность, покажет время. Сейчас уверенности в том, что затея приживется, нет даже у администрации. А вот дела с модернизацией транспортной инфраструктуры уже начали идти в гору. Активно ведется обновление остановочных павильонов, маршруток и подвижных составов. В планах заменить «Газели» на более вместительные «Симазы». Вся работа по обновлению транспортной системы распланирована на предстоящие 5 лет. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда ТВ.